Смотрите, я в Иркутске. Здесь очень красивый дворик. Тут памятник трем обезьянкам, золотой корове одной. И вот там, вот видите, еще стоит вторая. Также здесь старинные здания. Фонтан вот такой. Странно, что он не работает. На улице очень тепло. Возможно, по сезону его открыли. Памятник читающим. Видите, мальчик и девочка сидят и читают. Фонтан очень красивый, с лебедями. Бронзовый такой. Фонари красивые здесь, милые очень даже. Также здесь находится Биг Бен местный. Вот такая вот башня с часами. Смотрите, как красиво, ангелочки. И смотрите, какая красивая урна. Памятник какому-то силачу. Турникмену. Посвящается ягоде в ладань. В сердце каждого человека живет доброта. Прикоснись к руке добра и мысленно помоги человеку, послав в космос свою добрую энергетику. Что мы сейчас и сделаем. Я прям чувствую эту энергетику.